Всем привет, с вами Юмилька и Леопольдик. Будем смотреть Фликсайр 7. Между прочим, мы только что на стриме чекали Джоджо. Так что залетай к нам обязательно на прямые эфиры. Ссылочка на Трово в описании и все анонсы стримов в Телеграме. Ссылка на Телегу тоже в описании. Ну что, смотрим. Коммунизм импакт. Как я понимаю, здесь будут отсылочки на Геншин, ну и на коммунизм, что логично. Погнали! Так. Он там была... Амогус! Какие попки. Лео, аккуратно. О, господи! Что это было? Я не поняла, честно, вот это вот стукалось там об ворота. О, здрасте. No boobs for you. А, могуцы! О, господи, что там происходит? Трусики! Охренеть! О, приветики! Давно... О! Чё там с Рикардо было? Какая анимация классная! О, господи! Нет, Рикардо, не надо! Он спас ее своим телом прикрыт! Что? О, здрасте! Как же это круто! Сколько мемов в одном видосе. О-о-о. Подождите, это Роскомнадзортян или мне кажется? Да, это реально она! Что это? Что она достает из своих трусиков? Это человек с Джимми Нейтрона в костюме Мегумин. Скала, давай, давай. Что там? Охренеть. Так, тут дальше никнеймы донатеров. Это было шедеврально, конечно. Я бы хотела увидеть и дальше продолжение. Надеюсь, что будут новые фликсейры. У меня реакции, к сожалению, на первый серии не было. Была, по-моему, реакция только на 6-й эпизод. Я раньше просто думала, что по АП мне влетит, а как бы все нормально. И реакции не записывала и смотрела сама. Можно, кстати, спустя какое-то время было бы даже пересмотреть их вместе. Где-нибудь на стриме или, может быть, на реакции. Ух. Мемов, конечно, было дофигища, может, что-то не заметила. Ну, конечно, вот это в начале стукающего молодого человека своей пиписяо. О, господи. Там вообще звуки смущающие, кстати, были. Я про него не знала. Ну, тут все, в принципе, по классике. Рикардо, вот эта няшка-милашка из аниме... По-моему, она из... Кагуи. Кагуи. Да. И Роскомнадзортян. Просто шикарный Роскомнадзортян с ее великолепными трусиками. Это было прекрасно.
Короче, жду еще новых серий. Ссылка на оригинал в описании. Поставьте лайкосик. Ну а с вами была Юмилька. Жду вас на наших стримчанских по Джоджо. И не только. У нас есть и игровые стримы, и будут реакционные. И всем пока.